Всем привет, ребята, с вами Акул, и сегодня мы будем играть в охуительный режим. Это напарники, читерский режим, который считается читерским, но после того, как CSGO стало бесплатной, я еще не играл напарники, и у меня до сих пор нет звания даже в ММ. Последнюю катку, кто не смотрел, я проебал. И да, хотел бы поздравить Симпла с тем, что он взял топ-1 все-таки. Красавчик, HLTV Org, топ-1. Я верил в Симпла и думал, что он все-таки достоин топ-1. Девайс тоже хорош, но Симплуха красава. Ладно, сегодня не об этом, сегодня мы будем играть просто 2 на 2. Будем тащить на карте Инферно. Ну да, Инферно, наверное, все-таки я хочу Инферно покатать. Я думаю, мы будем искать долго катку. Званий у меня тоже нету, но... Посмотрим, что из этого получится. А вот и карточка нашлась. Поехали. Мы играем со случайным напарником. Сегодня у меня в напарниках никого нету. Я решил один. Сейчас закончится разминка, и мы начнем просто джебурить, я думаю. Я даже не разминался, ничего не делал. И надеюсь, тут не будет против нас читер играть, потому что сейчас есть небольшое подозрение. Так, ну может быть он четко просто стрелял, как я сейчас глока, блядь, убил их двоих. Так. Ну все, сейчас начнется катка. Я надеюсь, этот чувак с ником Тарика не будет давать нам каждый раз въебало. Ладно, первым делом нужно... О, за меня бустмейстер. Хеллоу, бустмейстер. Здорово здесь. С чуваком, но он меня игнорит. Ничего страшного. Это... Катка 2 на 2, и здесь можно тащить абсолютно в соло, это 100%. 1-2 можно затащить. Ладно, я пошел через апарты. Так, наш чувак уже убил парня, 3К, кстати, неплохо. Так, подождем его, пока он пройдет по лонгу. Так, последний, пит ласт. Хорошо, забираем питу. И... Е, 1-0, мы жесткие. Так, ну, давайте-ка закупимся, наверное. P90. Да, P90. Я давно не покупал эту пушку, это вообще не популярная пушка, но сегодня я хочу с ней побегать. Я отсосал. Четко два попадания и минус 252 урона, конечно. Взглам в голову очень плохо. И забираю второго. Можно сказать, я слил раунд, потому что я побежал с бомбой, не сказав ничего нашему парню. Ничего! 3К, я думаю, он играет предсказуем, поэтому сейчас он пойдет опять лонг, где я его встречу со своей ЦЗшкой. Смотрите, просто нахуею сейчас. Давай, выходи, блядь. Первым патроном попадает мне в ебасос, и все. Я отлетаю. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы поступим по-другому. Сейчас мы купим калаш. Уже в этот раз. В этот раз. Я его буду ждать. Я его буду ждать. Давай, выходи. Хорошо. Хорошо. Отличная игра. Они сами нас пушат, и можно их даже просто ждать. Это не игра, это какая-то хрень получается на самом деле у нас сейчас 2 на 2, да? По идее, мы должны как-то тактически мыслить, действовать. Первый раунд еще более-менее был похож на какую-то тактику. Ну, а сейчас какой-то, блядь, тир был. Последние два раунда точно. Так, спокойно. Уходим апарты. Здесь никого не видно. Ну да, все, мы играем тактически. Это все-таки Counter-Strike. Где-то в яме, да? В яме пишет парень. Но Ванта Блик меня замечает. Do you have микрофон? Окей, окей, no problem. Go push long. Сейчас попробуем запушить лонг. Хорошо. Второй парень у нас с авиком.
Только понять, где он стоит с Айком. Но я думаю, он в пяти. Он супер предсказуемый и стоит в пяти. Я попал ему в голову. Отлично. Отлично. Затащил раунд. На характере. На опыте, ребята. Я жесткий. Ладно. Так, у него тоже есть Айк. Неплохо. Хорошая игра, хорошая. Хорошо, убили. Но я промазал. Последний на шорте. Он убегает. Он пытается, наверное, все-таки тащить. Хорош. Найс, найс. Бусмейстер сделал всю работу в одиночку. Да, с АВК я, конечно, давно не играл, но... Прикольно, прикольно играть 2 на 2, ребят. Здесь тренируется клатч, клатч, наверное, скилл все-таки. Так, этот парень нервный, он точно пойдет второй раз пикать. Бежал. Хорош. Отлично. Нам не надо играть с 2 АИКа, я думаю. Поэтому я... Возможности поменяем ган. Смотрите, мне прилетает с МП5 ебало. Скорее всего, я забыл купить, как всегда, брони. А, 5-3. Здесь же до 9 раундов. Неплохо, неплохо. Хорошая, хорошая сторона. Надо подбодрить нашего тащера, бусмастера. Найс, мэн. Все, этого достаточно. Ничего лишнего не говорим. Просто найс мэн, чтобы он... посмотрите на его глазки. Он реально готов тащить и ебашить. Роджер. Вот. Не нужно никакого флейма, горения и так далее. Он даже мне подсадку предлагает. Неплохо, неплохо. Я думаю, они пошли апарты. Они уже прошли лонг. Пит. Они уже прошли лонг и... Пока мы подсаживались, походу, вдвоем. Так. Парень, попади. Хорошо, добил Каленого и сайте. К сожалению, не смог его забрать. Ну, неплохо, неплохо. Nice try, man. Очень хорошо. Я херово играю, но ничего страшного. Если посудить, как играют соперники, они играют очень агрессивно. Поэтому стоит их просто подождать. Стоит никуда лезть. Лонг, лонг. Вдвоем они в лонгу. И сейчас я одного заберу. Нет, не забрал. One low HP side. Тяжело попасть. Окей, счет 5-5. Игра идет, по-моему, до 9, если не ошибаюсь. И напряженная ситуация, я вам скажу. Они нас догоняют. Ладно, давайте сменим тактику и попробуем забрать чуваков. Сами агрессивно сыграют. Я пойду на шорт. Наконец-то в голову попал. Я поздно его услышал и мог, конечно, его забрать, но немного растерялся. Еще не вернул свою былую форму, как говорится, но ничего страшного. Все еще впереди у нас. Так, идем опять на лонг. Мы запроделируем лонг. Эх. Не получилось, не получилось. В самом деле я не очень привык к таймингу 2 на 2, но... Страшно. Хорошо, хороший минус сейчас был. Ой, молодец, просто охуительная игра. Nice, very nice, man. Реально очень хорошо сейчас играл, братан. Просто великолепно. Если бы не он, мы бы уже, наверное, въебали. А, окей, ну. Так. Сейчас попробую-ка я ему подсаппортить. Почему-то они добегают до мида быстрее, чем мы. Поэтому надо сыграть под флешку. Хорошо. Ой, отлично. Найс. Хорошо, он сыграл хорошо, а я сыграл на размене. Так что нормально, все нормально, я отвлек. Окей, thank you.
Ну, это реально какой-то тир. Тир мне напоминает. Здесь, возможно, даже не нужно ничего, кроме флешек и так далее. Они очень быстро играют, эти парни. В этот раз они положили смог. Двое на ланге, окей. Я почти забрал второго, минус 82. Но счет 7-7, тем не менее, нужно забирать эту игру. Нужно потеть. Я не очень хорош. Давайте попробуем вдвоем на лонг сейчас пойти с нашим чуваком. Вроде неплохая. Походу они уже прошли. One pit. Так, один в питу, понятно. Один ставит плент. One pit, one plant. Питер. 8-7. Очень хреновая ситуация. На самом деле парень просто разъебывает. И я не знаю, что делать, честно говоря. Ладно. You go long, I go short. Вот нужно так было играть с самого начала. Но шанс у нас есть, походу, на ничью, да? Забрать ничью сейчас. Хорошо. Это ничья, парни. 8-8. Good game, nice. Хорошо сыграли мы с этим парнем. Я сыграл не в лучшей форме, но все же мы взяли ничью. Отобрали, так сказать. Ну, вот такой вот видосик, да, небольшой. И золотая звезда 1. Окей, спасибо, конечно. Как же это ужасно. Когда-то я был глобалом, а сейчас получаю золотую звезду 1. Какой я жесткий, парни. Какой жесткий. Просто золотая звезда 1. Охуеть. 7 на 11. Вполне заслуженный, я считаю. Но будет интересно играть напарники, тем не менее. Ладно. С вами был Акул. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. И увидимся в следующих видосах. Видосы будут не только по CSGO. Сразу предупреждаю, что будут видосы еще по Overwatch. И по, ну, таким шутерным играм. Я решил изменить концепцию своего канала. Заранее вас предупреждаю, ребята. Надеюсь, вы привыкнете к новому, как бы, к новой концепции канала. Ебать, я умно говорю. Я поугарал над комментариями под прошлым видео. Было очень смешно читать их. Спасибо, что пишете и рофлите с моих видосиков. Обязательно. Запомните, всегда рофлите с моих видосиков. Не надо серьезно никогда воспринимать мои видосы. Все, всем пока.